Всем привет! Коротенькое видео хочу записать. Пока у нас рецепты я монтирую, это долгий процесс очень. Было у нас две кеги от Кегленда и одна, получается, китайская кега. И сейчас я вам это видео покажу разницу, хотя я им еще даже не пользовался. Я просто открутил посмотреть. Итак, мы имеем две кеги Кегленда. Вон я все открутил, посмотрел уже. Ключ на 17. И это надуксусная кислота, это я уже все помыл. Точнее, вот этот помыл левую, а правую нет. И посмотрите, не знаю сейчас, как камера будет работать, но я говорю, видео короткое, так что заморачиваться с монтажом я не буду. Здесь как вот, все чистенько, блестит, все идеально. Но так и должно быть, это же новая кега. Ну а визуально они одинаковые с китайской. Дальше, вторая кега от Кегленда. Чистенько, идеально, все хорошо. А вот по поводу того, что надо заменить, я говорю, вот этот мне подписчик написал, вот эту палочку, скажем так, забор пива, ее надо поменять, потому что она идет со дна, и весь осадок будем собирать. А меняем ее на силиконовую трубочку с поплавком, которая будет плавать, и, соответственно, мы будем пиво забирать сверху. Поэтому я, кстати, китайскую кегу тоже разбирал, я смотрел, как вообще здесь все устроено. Здесь я уже все разобрал, в принципе, и чисто мою. Так вот, запомните. Вот, как хорошо камера снимает. Идеально. Дальше я сейчас поеду в гараж и покажу вам китайскую кегу, которой я еще не пользовался. А теперь мы в гараже. Стоит кега наша китайская. Сейчас я буду солод молоть. Вот приготовил себе. Так, и вот, ну, подтверждение, что это она. Вот я заказывал. Не знаю, может быть, она будет в обслуживании хорошо. Может, все, внутри будет все хорошо. Ну, просто открутил я посмотреть, куда газ подается. Отверстие. И вот давайте приблизим, посмотрим. Вот в таком виде. Это еще даже не пользовался. И самое интересное. То есть, как бы, как в дальнейшем. Ну, я в дальнейшем еще видео сниму. Может быть, через годик расскажу. Но что-то уже как бы не внушает это вот доверие, эти вещи. В принципе, все, наверное, на этом видео заканчивается. Можно еще показать, вот я примастил бак с углекислотой пищевой, купил редуктор от Кегленда. Ну и здесь у меня вот наборчики, все всякие переходники, все тоже, чтобы бак газировать. И давайте, может быть, сразу еще покажу. Я вот как раз сидр делал, не знаю, видно будет, нет. Сейчас включу свет. Здесь сейчас налит сидр, только что я разливал, газировал сразу, 2 атмосферы туда закачал. Не знаю, кстати, много ли это или мало, напишите в комментариях. Потому что я с этой, ну, с этим приблудом первый раз имею дело, но я посчитал, что, в принципе, 2 атмосферы это вполне достаточно. И сейчас температура получается у нас 8 градусов, сейчас она будет опускаться, я поставил похолоднее. И вот наш сидр, как и пиво, похороню 2 недельки и буду уже разливать по бутылкам с помощью айтапа. Ну, вот такое видео получилось о кегах, хотя я их даже еще не использовал. Но обязательно еще через годик сниму видео, расскажу про китайскую кегу, если она доживет до этого времени. Хотя, может, я просто так сейчас на нее гоню, но ржавчина уже очевидна. Все, всем спасибо за просмотр, все, увидимся, скоро будут рецепты.